7 школах Владивостока стартовали первые уроки подводной робототехники. Школьники будут изучать принципы конструирования и программирования роботов в рамках одного из блоков технологий. Обучение робототехнике предусмотрено в образовательной программе и будет вестись в течение 2 учебных месяцев. Прежде чем приступить к ведению уроков для детей, учителя школ тоже прошли обучение и определенную подготовку в центре робототехники. Для уроков робототехники, современных уроков технологии, мы разработали специальный аппарат автономный, Elementary IUV. В течение 2 четвертей ребята будут изучать программирование, простые методы программирования движения роботом и управления автономным аппаратом под водой и на поверхности воды. Изучат основные элементы теории автоматического управления, научатся управлять роботом по линии, использовать различные датчики. И все это благодаря маленькому аппаратику, который будет перемещаться в нашем аквариуме разработанном, и при помощи специального ПО, в котором используется графический язык программирования, рассчитанный на детей 4-5 класса. Все учителя из школы Владивостока, из 7 школ, прошли обучение. В течение недели учителя приходили исправно с утра до вечера, изучали, как программировать робота, как его настраивать, и изучили все задания, которые должны пройти дети в течение вот 2 четвертей, которые у нас есть. По результатам обучения преподаватели получили сертификаты.